поликлинике номер 3 детской городской клинической больницы проходит вторая прививочная кампания. До конца года запланировано привить свыше 155 тысяч детей Ульяновской области. Многие родители не смогли привить своих детей в сентябре, поэтому завезли вторую партию вакцины. В этом году у нас есть особенности. Родители относятся более лояльно, охотнее идут на прививку. Уговаривать приходится меньше. Почему? Потому что люди понимают, что сейчас у нас непростое время, что если только одна инфекция наслаивается на другую, а в частности коронавирусная и грипп, то и прогноз, и течение заболевания намного тяжелее, чем изолированная какая-то инфекция. Вакцина «Савигрипп» формирует высокий специфический иммунитет против инфекций и защищает от вирусов гриппа до 92% привитых. Большинство родителей, чьим чадом сделали прививку от гриппа, остаются довольны. Побочных эффектов нет, так как детям вводится доза препарата, которая делится на две части и вводится с интервалом не менее одного месяца для более качественной выработки иммунитета. Сейчас вот перенесли легкое ОРЗ, и температура высокая не поднималась, течение легче. Я не знаю, как насчет гриппа, но во всяком случае течение ОРЗ облегчает прививку. Вакцинация проводится бесплатно в поликлинике по месту жительства в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Перед походом в процедурный кабинет необходимо проконсультироваться с участковым педиатром или терапевтом. Уважаемые родители, стоит задуматься о здоровье вашего ребенка и сделать прививку от гриппа в сезон простудных заболеваний. Антон Никонов, Руслан Баталов, новости УлПравда ТВ.